Освещение в зарубежных СМИ инцидента с ЧВК «Вагнер», связанного с гибелью Евгения Пригожина и других высокопоставленных лейтенантов, вызвало значительное внимание и спекуляции. Ряд крупных информационных агентств, включая The Guardian, CNN и Bloomberg, представили анализ и комментарии по этому инциденту. Британская газета The Guardian подробно осветила этот инцидент на своем сайте. Основное внимание было уделено молчанию Кремля, биографии Евгения Пригожина и возможным последствиям для ЧВК «Вагнер». Издание подчеркнуло снижение влияния Пригожина после его марша на Москву, который, как сообщается, поставил Путина и Кремль в неловкое положение. The Guardian также высказала предположение о будущем ЧВК, предположив, что после смерти Пригожина она может не сохраниться. Американская информационная сеть CNN назвала полет Евгения Пригожина роковым путешествием. Телеканал обсудил отсутствие официальных комментариев со стороны Кремля и взял интервью у эксперта Майлза О'Брайена, который проанализировал возможные причины авиакатастрофы. CNN предположила, что причиной катастрофы могло стать взрывчатое вещество на борту или попадание в самолет ракеты. Bloomberg представил как новостное, так и аналитическое освещение происшествия. Издание сосредоточилось на будущем ЧВК «Вагнер» и потенциальном вакууме, образовавшемся после гибели Пригожина и других высокопоставленных лейтенантов. Bloomberg предположил, что бизнес-империю Вагнера могут взять на себя другие российские группы или государственные структуры. Кроме того, Bloomberg опубликовал аналитическую статью о состоянии российской экономики и внутренней политики, в которой обсуждались возможные экономические последствия санкций и их влияние на ядерный арсенал России. В целом, освещение в зарубежных СМИ подчеркивает значимость инцидента с ЧВК «Вагнер» и его потенциальные последствия для российских военных операций, влияние Евгения Пригожина и российской экономики. Освещение сопровождалось анализом, предположениями и комментариями по различным аспектам инцидента, что отражает международный интерес к этому событию.